Тебе должно быть очень страшно. Я хочу поблагодарить всех за этот момент. Наступил величайший день в истории мироздания. Будущее начнется сегодня. Человек, на которого ты работаешь, не чист на руку. Работаю не я, а моя компания. Обещай, что завтра будешь паинькой. Ты же знаешь, я репортер. Это моя работа. Я слежу за теми, кто пытается скрыться. Прокомментируйте обвинение, что вы используете самых слабых пациентов для своих смертельных экспериментов. Время вышло. С вами все, мистер Брок. Это угроза? Научись быть незаметной. Я в этом профи. А вот у тебя это плохо получается. Кем бы ты ни была. Наша организация кое-что обнаружила, и мне нужна ваша помощь. Мы называем это симбиотами. Мистер Дрейк считает, что союз человека и симбиота – ключ к эволюции человечества. Мне очень плохо. Я слышу голос. Тебя нет, ты только голос в моей голове. Верните то, что принадлежит мистеру Дрейку. Это не я. Что же мы натворили? Если хочешь остаться, наказывай только плохих парней. А мне кажется, мы можем делать все, что захотим. Договорились? Ты готов пожертвовать единственным, что тебе так дорого? Тебе должно быть очень страшно. Что ты такое? Мы